Ребята, зеркалочка. Разведенный мужчина с детьми от прошлого брака – это всегда второсортный вариант для любой адекватной девушки в поиске. Почему? Объясняю. Если он ответственный человек и хороший отец, то он будет много времени проводить со своими отпрысками. А это значит, что в выходные и праздники вы будете редко его видеть. Либо вам придется терпеть посторонних, чужих детей у себя в квартире, что, согласитесь, тоже не для каждой подойдет. Ну плюс, естественно, львиная доля вашего дохода семейного будет уходить туда, в постороннюю, чью-то чужую семью. А если же этот мужчина не платит алименты или вообще никак не помогает своим детям и не видится с ними, то значит это моральный урод, непригодный для семейных отношений. Ребятушки, всем здорово! Саныч на связи. И так не так, и эдак не эдак, да? Платишь алименты — плохой, не платишь — тоже плохой, короче, не поймешь. Ребята, но, тем не менее, те, кто, в принципе, в этой тематике давно, они прекрасно помнят, что раньше барышни пели совсем другую песню. Раньше было что-то типа такое, что чужих детей не бывает, дети — это счастье, чужие дети в том числе, да. Воспитывать не тот отец, кто родил, кто воспитал, да. Женщина с детьми пригодна для отношений. Вот на этом они настаивали, на это они давили, да. Сейчас, когда они поняли, что вот эта тематика очень сильно разрастается, что много мужчин прозревает, и что... Слышу такие случаи, ребята, от мужчин рассказывают, что да, вот с барышней какой-то там человек поотношался, да, и он слышал от нее там, она знает, что такое РСП, она знает, что такое МД, потому что, ну, это все на слуху. Конечно, еще не так масштабно, но тем не менее, сдвиги и плоды уже есть, да, и они начали перебываться. Это называется, знаете, как я говорю, блицкриг не получился, перешли на осаду, да, они поняли, что вот эту песню петь, типа, что «Чужие дети — это счастье» уже сейчас невыгодно, да, они начали вот так вот, просто зеркалки делать, типа, что «Ах, вот так вот, да, ну, значит, и мужчины-алиментщики тоже поганые, да, и для семьи они непригодны». Ребята, что с этим делать и как это осуждать или нет, пишите, конечно же, в комментариях. Я считаю, что это просто обычная зеркалка от беспомощности. Как-то так.